Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и митрополит Симбирский и Новоспасский Иосиф не раз просили в период режима самоизоляции воздержаться от посещения храмов. Сергей Морозов обратился к руководству Симбирской митрополии и компании «Ульяновск Хлебпром», а также всем неравнодушным гражданам с предложением организовать благотворительную акцию, в рамках которой пожилым ульяновцам и многодетным семьям, находящимся в режиме самоизоляции, будут бесплатно доставлены пасхальные куличи. Митрополит осветил куличи в присутствии губернатора на одной из производственных площадок. Признательность пекарям и священнослужителю губернатор выразил лично. Искренне тебя поблагодарить за то, что на протяжении многих лет и ты, и твой, к сожалению, ушедший папа очень активно заботились о нас всех и давая нам возможность вкусного хлеба поесть и одновременно, конечно, вот к таким великим праздников готовить такие вот очень завидные куличи. Владыка Иосиф полностью одобряет инициативу губернатора по старту благотворительной акции. Пасхальная радость должна войти в каждый дом, независимо от эпидемической ситуации. В праздник Пасхи мы всегда традиционно делимся друг с другом пасхальной радостью. И вот сегодняшняя акция, она и призвана донести эту радость до наших верующих людей, чтобы они тоже почувствовали радость праздника, когда получат этот подарок, пасхальный освященный кулич. Всех с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения! 2500 куличей будут доставлены ульяновцам силами активистов из волонтерских центров региона. Списки прихожан, которым нужно привезти куличи, уже подготовлены епархией. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.